Всем моим зрителям огромный привет, с вами я, Юлия Crazy Nails. Я себе делала педикюр перед отпуском, в общем, решила для вас поснимать, потому что было много запросов в инстаграме. Первое, что мы делаем, наносим очищающее мыло от фирмы Golden Trace. Мы работаем на Golden Trace, либо на Clearance. Скажу сразу, в магазине эта продукция у нас не продается. Если вы из Москвы и вы не нашли мастера по педикюру, который работает на качественных материалах, тогда приходите к нам. Начинаем делать снятие. Педикюр изумительно относился. В принципе, мне кажется, с педикюром вообще никогда не бывает проблем. Прошло полтора месяца, все на месте. Естественно, конечно, отросла длина, это нормально. Но, слава богу, на ногах растет не так все быстро, как на руках. Поэтому все носят зачастую дольше. Дальше опиливаем форму. Естественно, я буду убирать длину, я не могу ходить с длинными ногтями, даже если это открытая обувь, поэтому нет, однозначно наполовину уберем. Не хочется, как росомаха, задевать асфальт. Хотя, вы знаете, есть такие любители. Дальше фрезой пламя мы вычищаем тереги и с левой, и с правой стороны. Помните, в прошлом видео я говорила, что у меня есть мозоль под ногтевой, и очень многие писали, лучше бы вы показали, как ее убирать и так далее. Хорошо, получите в этом видео обязательно, где-то чуть дальше будет момент, как мне удаляют подногтевую мозоль. Я еду в отпуск, и, кстати, поэтому видео не будет какое-то время выходить, потому что я полностью хочу отдохнуть, полностью получить заряд энергии на следующие полгода, чтобы у меня было вдохновение, куча свежих идей, целей и так далее. А вы вообще часто отдыхаете или нет? Пишите в комментариях. Я уже писала в инстаграме, что это мой первый отпуск за последние 5 лет. Дальше мы наносим сыворотку для вросших ногтей, как раз для этих злосчастных мозолей. И сверху средство добавляем на каждый пальчик. Это средство для того, чтобы убрать лишние птериги и кутикулу. В общем-то, это ремувер. Фирма, опять же, все Golden Trace. Дальше кюреткой прочищаем боковые стороны, убираем все, что там накопилось, проверяем, нет ли у нас углов, которые впиваются в кожу. А вот, пожалуйста, та самая злосчастная подногтевая мозоль. Это уже другая нога, сейчас мы покажем, как мы ее оттуда извлекаем. Проделываем абсолютно все то же самое,
кюреткой проверяем, и здесь очень хорошо видно, что в пазухе что-то мешает, то есть места пустого нет, и вот она вылазит, наша подногтевая мозоль. Сейчас при помощи специального пинцета мы ее будем вытаскивать. Сразу скажу, это не больно, я ничего не ощущала, абсолютно никакого дискомфорта, все в порядке, но зрелище не из приятных. Остатки убираем фрезой, и сразу видно, что появилось очень много свободного места, и знаете, такое ощущение, что ноготь задышал. Все, педикюр готов, мы переходим к покрытию. Дальше на все 10 пальчиков мы наносим базовое покрытие от Rock Nail Strong. Мы наносим сразу на все 5 пальчиков и сразу все 5 сушим. Не течет, не убегает никуда, и плюс замечательно самовыравнивается. Никакого дополнительного выравнивания мы не делали, тем более мы знаем, что на педикюре этого делать нельзя, но вы потом увидите, какие блики от этой базы. Дальше мы наносим бомбический цвет Феррари от Roxy, этот цвет у меня также на руках, это огненный оттенок, я не знаю, как его еще назвать, очень многие его полюбили у нас. Когда вышла эта коллекция, этот цвет стал у нас хитом, и уже тюбик у нас полностью один закончился, и мы уже взяли второй тюбик, он действительно очень популярный. Мы наносим на все пальчики, кроме пальчиков указательных, там у нас будут стразы, да-да-да, я решила сделать стразы, я раньше так делала, что у меня все пальчики были выкрашены в однотонный цвет, а какой-то полностью инкрустирован стразами. Мне нравится, хотя я говорю, что это как будто в зубах стоит, знаете, золотой зуб, то же самое на ногах. На больших пальцах, конечно же, этого делать нельзя, это будет огромная нагрузка на ногтевую пластину, плюс еще обувь. А вот и идеальные блики, сразу скажу, никакого выравнивания мы не делали и не делаем в принципе. Дальше, как подложку для страз, мы наносим блестяшки от Roxy. Кстати, всю продукцию, что вы увидели в видео, вы сможете приобрести у нас в интернет-магазине Crazy Nail Shop, кроме Golden Trace и Clearance. Также у нас в продаже есть стразы Swarovski, но весь ассортимент вы можете посмотреть не в интернет-магазине, если вы захотите купить стразы Swarovski, а именно на страничке Instagram. Либо можете прийти к нам в студию и приобрести уже на месте. Очень жаль, что я не сняла видео финишное с педикюром, но я думаю, тут и так все понятно, блин, это классика. Оставляйте в комментариях, что вы еще хотели бы увидеть из рубрики педикюра или маникюра, мы будем прислушиваться к ним и выпускать видео. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!